Дорогие друзья, я такое первый раз вижу. Огромный мертвый червяк и сотни муравьев, которые пытаются его унести. Сейчас мы немножко понаблюдаем за ними, а потом я планирую его взять и поднести поближе к муравейнику. Правда, я не вижу, где их муравейник. Хотя есть другая идея. Просто возьму и поставлю его в другое место. И посмотрим за их реакцией, что они будут делать. Так, берем червяка и меняем позицию. Так, что происходит, посмотрим. Так. Муравьи топчутся на месте, не поймут, что происходит, где муравей, куда он телепортировался. А здесь он в сторонке. Те муравьи, что вместе с ним телепортировались, бегают вокруг него. Сейчас попробую найти их муравейник и подброшу им червя. Где-то они здесь, с этой стороны выползают. Да, да. Вот, дорогие друзья, вот здесь у них вход есть справа от бордюра. Сейчас я ему за бордюр перенесу. Эти муравьи в шоке. Для эксперимента сейчас я верну червяка на место. На место. И посмотрим, что они будут делать. Резко червяк вернулся на место. Тут уже толпа набежала, эти снова в шоке. Но здесь между ними есть такой как бы промежуток. Они скоро общаться начнут. Конечно, этот червяк у них будет пир на месяц. Что бы сделать, какие у вас есть идеи, эксперимент? Напишите в комментарии, а то у меня нет идей. Эти топчутся еще на месте. Вряд ли они смогут его перенести, он где-то грамм минимум 10 весит. Огромное червячище. Ладно, переношу его за бордюр. Вот сюда. На их место. Это единственное, что я могу для них сделать. Разве что его порубать на кусочки можно было. Но это уже будет, как бы сказать, неприятное зрелище. Пусть они сами справляются. Все, спасибо за внимание, дорогие друзья. Вот такое вот происшествие.